уходе ему промолчали врачи. Обречен? Он услышал молчание, сказал, что выбраться ей Богу. Только пальцами дрогнул так, словно бы он был обручен. Словно вросшее в палец кольцо, отдирал понемногу. Ему будет сиделка до звезд мои сказки читать, утирая роток, как куриное крылышко гложет. И поскольку до ночи он к смерти привыкнуть не сможет, то к шагреневой жизни решит он с утра привыкать. В поселковой больнице с тоской на четыре окна только тайный свидетель увидит с обложки журнала, как под сердце толкнет проржавевшую груду металла, проскользнувшая мимо уснувшей сиделки война. И когда понесут его утром на ту половину, что рукою подать, оттуда и взглядом не сметь, буду долго глядеть санитару, возявшую спину, я не видевший жизнь, а нынче увидевший смерть. Безмятежное тело таскало под сердцем беду. Волочилась война по пятам, как настырная сводня. Где убит ты, солдат, ты, что умер на койке сегодня? Ты, что умер сейчас, все смешалось в том дальнем году. Где убит я, солдат, я, что улицей долгой бегу? Я, что книги купил, я, что хлеб покупаю на сдачу? Я, что нынче курю и кричу, и смеюсь, и судачу, мол, к шагреневой жизни привыкнуть никак не могу? Я кольнувшее сердце холодной ладонью беру. Отчего так недолго живем, так отчаянно мало? Верно ли что-то и мы прикрываем собой от металла? А иначе зачем же умрем мы? Зачем я умру?